когда был зайчик. У него был домик лубяной, красивый, а у лисы был ледяной домик. Пришла весна, и лубяной домик остался, а ледяной растаял. И тогда лиса пришла поплакаться зайчонку. Здравствуй, зайчонок! Здравствуй! Пусти меня к себе жить, а то от без дома осталось. Ну давай, заходи, лиса. И как она зашла, выгнала бедненького. И начал бежать и плакать зайчонок. И встречается с собачкой. Гав-гав! Че плачешь, зайчик? Гав-гав! А вот у меня был домик такой хороший. Пустил я лису в дом, а она меня выгнала. Пойдем вместе выгоним лису с твоего дома. Давай пойдем. Гав-гав, лиса, выходи из дома. А выходи я из дома, зайчика. Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по кусочкам. Испугались они и убежали. Вот ходит дальше и плачет горько зайчонок и встречается с медведем. Здравствуй, зайка, здравствуй. Почему ты так горько плачешь? А вот у меня был домик хороший. Я пустил лису в дом, она меня выгнала. А сейчас вот мы пойдем и выгоним ее из твоего дома. Не знаю, если сможешь, потому что попыталась и собачка, но не смогла. Не бойся, я смогу. Давай вместе. И подходят они к дому. А ну, лиса, выходи из дома, как зайчика. Выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по кусочкам, по куточкам. Испугался и медведь. И убежал вместе зайчонка. Ходит он, ходит, и плачет горько, и плачет, и встречается с петушком. Кукареку, чё, зайчонок, плачешь? А как мне не плакать? У меня был домик лубяной, красивый. Я пустил лису в дом, а она меня выгнала. Кукареку, помогу тебе, спасем твой дом, выгоним лису. Не знаю, если сможешь ты, потому что попыталась и собачка, и медведь, но не смогли они. Идем, идем и выгоним лису, я помогу тебе. Давай. Кукареку, у меня остра коса, посеку тебя, лиса. Хватит греться на печи, зайку в дом его впусти. Поди, лиса, вон! И лиса испугалась на самом деле, выскочила с печи и убежала вдаль. А зайчонок вошел в дом и начал радостно жить дальше и дружить с петушком. Теремок!